Приветствую всех. Я частенько встречался и встречаюсь в общении с людьми, которые имеют высшее образование, а иногда и не одно, но которые при этом не выглядят образованными. Особенно, когда речь идет про основные жизненно важные знания, касаемо просто понимания социальной жизни, явлений и всего житейского социального. Типа как общаться, как устроено то или иное явление и прочее. Вот в этих именно областях просто живут, вот такие люди размышляют, как будто бы в отрыве от реальности, когда с ними общаешься, и ничего кроме фактологических основных знаний по их образованию или цитирование каких-то авторитетов, просто не вдумываясь, что конкретно имеется в виду, у них не чувствуется. Вот прослушивая выступление Андрея Ильича Фурсова, наткнулся на подтверждение личного наблюдения, что есть некий альтернативный вид интеллекта, который может встретиться у абсолютно необразованных людей и полностью отсутствовать у людей интеллектуально образованных, так сказать, которые выглядят образованными, но с ними начинаешь общаться, а они как будто просто какой-то незнайка в полете грез своих. Вот в этом отрывке специально его сохраняю к себе. Подтверждение. Это социальные навыки, потому что почему-то очень многие люди, которые заняты интеллектуальным трудом, так называемой интеллигенцией, они полагают, что если они чего-то знают, то они уже автоматически умные. Это ошибка. Один из самых умных людей, которых я встречал в жизни, это был плотник Степан Сергеевич, покойный ныне, царство ему небесное. Он говорил дверка, у него было 7 классов, но это был редкостно умный человек. Он был намного умнее многих моих коллег. Ум и образование — это разное. У него был социальный ум. Значит, социальные навыки жизни.